Всем добрый вечер, всем здравствуйте, дорогие друзья. Мы с Маюшечкой хотим поделиться с вами хорошим новогодним настроением и показать, что мы сейчас делаем с женой. У нас настоящая семейная традиция, Маюшечка. Так, где? Настоящая семейная традиция – это накануне Нового года ставить елочку и вместе его ее наряжать. Да. Смотрите. У меня какой наряд, Маюш, поправь. Я уже немножко с него подрос. Я хоть похудел, но наряд специально для наряжения елки. Да. Красивый. Так, Маюш. Да. Ну давай, покажи, какая у нас елочка красивая. У нас очень, смотрите, какая красивая. Пышная, пахнет, настоящая. Не где-то в лесу срубленная, а специально выращенная для того, чтобы ее дома ставить. Так что вот, и мы красивенько украшаем. У нас вот здесь огонечки. Здесь вот такие вот бусики, здесь вот такие вот шарики. Елочка будет стильная, еще будут бантики вот такие, смотри. Ага. Вот. А самое главное, посмотрите, у нас цвета сочетаются со цветами комнаты. То есть да. У нас комната в таких тонах и елка. Блин, она очень крутая, вы не представляете. Я прям очень рад, потому что это самая лучшая елка, которая была в принципе, в моей жизни. А Новый год я очень люблю с самого детства. Наш любимый праздник. До сих пор, я открою секрет, до сих пор верю в Дедушку Мороза. И между прочим, чтобы Майя не слышала, это Дедушка Мороз сегодня нам принес елочку. Принес, у него были маленькие эльфы вместе с ним. И Снегурка. Снегурка там такая красотка. Дед Мороз. Поэтому я с детства, это реально мой любимый праздник. Я люблю Новый год больше, чем свой день рождения. Больше, чем, Маюш, не обижайся, больше, чем твой день рождения. Новый год самый любимый праздник. Потому что, знаете почему? А потому что все празднуют Новый год. Это праздник реально всего мира, когда все собираются за столом, когда все реально добрые, позитивные, любят друг друга. Реально никто, ну почти никто, конечно, не ругается, находится исключение с правил, но все все равно... с какой-то радостью его встречает. Поэтому это праздник реально мой любимый. Хочется, чтобы все садились за стол и наслаждались годом, наслаждались праздником, чтобы все плохое оставляли в прошлом году, а в новый несли только любовь и позитив. Да, Маюш? Да. Вообще было бы прекрасно, если бы люди, в принципе, всегда были добрыми, позитивными, радовались этой жизни, а не ругались и тратили свое время на негатив и какие-то вообще ненужные разборки. Да, очень много вопросиков, так, друзья. Футболка у меня действительно классная, да, я согласен. Что, Маюшка, говори, что? Что не так? Смотри, красивый вихрь. Красивый вихрь. Ну. И кривой! Вот где? Откуда взялся такой? Где кривой? Вот кривой. Мне кажется, ты продираешься, честно. Нет. Очень красиво. У нас вот игрушечки, у нас есть, как называется, огонек? Какой? Гирляндочка. Смотрите, друзья, вопрос. Вот реально совет... от вас. Куда деть стол? Куда его убрать, поставить? Я не знаю. Майя считает, что нужно убрать. Я считаю, что этот стол нужно вот куда-то сюда поставить. Тут будет очень нагромождено. У нас красивая елка, все дела. И будет этот стол посреди комнаты стоять. Спасибо, друзья, за новогоднее настроение. Вам тоже новогоднего настроения желаем, чтобы все было круто. А сейчас вам покажу маленький лайфхак. Маюш, да, держи. Давай. Маленький лайфхак. Кстати, да. Смотрите, внимание. Очень все просто. Если вы хотите, чтобы елочка прослужила вам немножко дольше, чем 3 дня, берется водичка, комнатная температура. Добавляем туда таблеточку аспиринчика, добавляем туда ложку столовую сахара. Таким образом, это будет питать ствол елки, и она вам прослужит больше, не будет осыпаться. Что мы сейчас, собственно говоря, сделаем? Елка пышная, поэтому нужно аккуратно. Как туда пробраться? Ну, тяжело, я сейчас скажу. Аккуратненько. Так, еще немножко. Так. Почти пробрались. Теперь. Не, если таблетка не растворилась, ничего страшного. Ну, чуть-чуть, если не растворилась, нормально. Вот. Подлизывается. На ламина. Чуть-чуть. Краем лей. Не с носика, а вот прям краем выливай и все. Все, потихонечку. Хорошо. Так, еще чуть-чуть. Доливай. До края налей, не с носа. Вот так, да. Так, сколько тут? Ну, а ты говорила, ой, тут еще лить. Давай, наливай тогда. Дали. Еще литр наливай тогда. Ей 3 литра воды. Давай, она принесла чуть попозже. О, в общем. Все, теперь будет елочка наша питаться водичкой вкусненькой. Так, красивая елка. Подожди, я не понял, по поводу стола нам какой совет дали? По поводу стола, друзья, сейчас прочитаю.
По поводу... Стол надо выкинуть нафиг из комнаты. У дивана стол оставьте, у дивана пишут. А зачем? Так. По поводу Человека года, друзья, спасибо вам огромнейшее за вашу поддержку, за вашу веру. Это стоит действительно многого, когда столько теплых слов. И огромное, огромное спасибо. И вы теперь вдвоем в финале. Да, мы с Наюшкой вдвоем в финале. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Все благодаря вашей поддержке. Спасибо, друзья. Пишут все-таки стол убрать. Вот, я правильно говорю. Но я не согласен. Стол к дивану пишут. Вот к дивану согласен. Ну, хотя где... Ну, смотрите, вот к дивану... Куда я показал? Вот сюда. Я вообще считаю, что вот эту тумбу нужно убрать. Вот эта тумбочка мне не нравится, если честно. Ага, посмотри, что там хранится. Ага. Тумбочка мне не нравится. Что там хранится? Там, ну, обувь немножко. Ну, конечно. Чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть. Я вас люблю, кто-то пишет. Мы вас тоже любим. Спасибо вам огромное, друзья, за то, что вы с нами. Спасибо большое. Так, елочка у нас почти готова. В общем, на самом деле, мы с Майей ее уже наряжаем. Сколько? Часа, наверное, два. С утра. А. Вырубайся. Вырубайся. Не свой эфир продолжаю, я просто от нашего отрубить. А, я понял. Хорошо. В общем, друзья, елочку мы уже наряжаем реально часа два. Часа два мы ее наряжаем, но смотри, какая она красивая. Остались еще действительно маленькие детали. Мы думаем добавить сюда гирлянду еще красивую, потому что она, видите, такая как бы маленькая и не так ее видно. Маюша сделала такие красивые вот эти штучки. Баланс. За шарики отвечал я. За шарики новогодние отвечал все-таки я. Поэтому как-то так. Мы продолжим дальше, друзья, украшать вместе. А вам огромнейшее спасибо за вашу поддержку. Спасибо вам, друзья. Всем доброй ночи, хороших снов. Пока. Мы вас любим. Всем пока-пока. И главное, новогоднее настроение. Главное. Мы с вами. Оп.